А вы что, не готовы? Нифига мы все модные. Сейчас я прикид-то себе сделаю. Слава, знаешь, что ты сделал, блин? Чё? Чё? Ну, ты мне, походу, утопил всё-таки машину. Как это? Хе-хе, сейчас будем прикалываться на миссии, блин, вот чё. Ой, все, Дима, не кричи, так веселее хоть будет. Хоть постреляем по-человечески, а то вот я это... Я на вас сейчас посмотрю, блин. Гейство в машине. Да я один постреляю, мне нравится стрелять в GTA. Погнали. Слава меня клонировал. Вообще. Вот ты такой же? Ну пипец. Просто одним глазом смотрел на меня и делал. Ничего я не смотрел. Да, да, да. Давай на желтый. А вон она стоит, чё ты... Да это не она. Ну и ладно тогда. Поедем на желтый. Где Юля-то? На мотоцикле на своем. Ты она опять за рулем за моим, на моей ну, машине? Ну так а что делать? Ладно, я как представитель на заднем сиденье. Представитель? Представитель чего ты? Дима, он в пробках стоит. Я видишь, как напугал этого парня? Да ты пипец, вообще фары мне все разбил. Серега, делали мы эту миссию? Или не с тобой мы ее делали? Нет. Там просто проломились насквозь на машинах, блин. И вертолет уехал. Нет, с тобой ну, мы увезли. Делали. Ага. Просто я-то делал ее. Там просто до хрена народу. Ну, да там было. Даже на обычной тачке. Просто проезжаешь и остается 3 человека, которые рядом. Ну, посмотрим. Да сейчас как мы проедем. Будет. Серега разочарован. Точно на лимузин купить? Будем на такие месси на лимузине гонять. Который с пулеметом да, сверху? Да, да, с турелью. Нет, 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 обычный. Нет, надо такой. Зачем да, обычный? Конечно. Вот и накопи на него. Да я солидарен с Морготом. Заезжать на бронированный, расстреливать всех до утра, это так скучно. Вообще, у нас была миссия, где нужно было напасть на каких-то деревенщин, и у них там на ферме украсть цистерну, подцепив на грузовик. Там, если не приезжать... Чё, проезжай, проезжай, проезжай! Просто можно войну. Меня убили. Ну, Юля, садись в машину. Да давайте по чесноку всех вырежем. Чего, как эти-то? Мы, кстати, начали Pacific Standard. Ого! Я не знаю, как это вообще. С этими ребятами последнюю миссию невозможно пройти даже. Такое слово употребим. При любых раскладах. Pacific Standard это что? Это мясо. Адское. Это, короче, задание, где общий я сбиваю вертолет. 200 и там... Бешеный. О, он увернулся. Юля, садись. Отлично. Нет, не увернулся. Давайте вперед потихоньку двигаться. Там внизу где-то один еще бежит, я выхожу на него. Юля на джипе решила про это. У меня вертолет борется с фонарным столбом. Да господи, я не вижу, кто в меня стреляет. Вон Юля будет я нашим живым щитом. Вижу. Юля живым щитом. Ну, в смысле, она на джипе бронирована. Ага. Он бронирован? Ну, выглядит таким крупным. Да не очень он такой. Ау-ау-ау-ау-ау! Блин, почему у меня вся жопа в дырках? Жопа в дырках? О, ой, господи. Меня сейчас бьют. Меня тоже. Спрячься, спрячься. Блин, где он? Где он? Где он? Где он? Прошли первую линию. Броники нигде не валяются, посмотрите там по сторонам. По углам. О, господи! Че? Да я чуть тут не получил. Броники. Сейчас посмотрю. Вот у меня есть прицел на винтовке, почему я не могу смотреть в прицел?
ты приблизь, вперед колесо сделай. Там просто приближение небольшое. Так, меня хорошо прошатали, меня все еще прошатывают. Я никого не вижу, если честно. Меня убили. Тебя убили. Ну ладно. Ну ладно. Уговорил. Влад Маргот, почему я обзавожусь другой бандой на всякий случай? Тебя убили, ну ладно. Да надо из-за угла выходить потихоньку. Ну-ка, подожди. Да я винтовку снайперскую достал. Зачем ты это сделал? Я вообще сейчас ничего не вижу, что там происходит. Сейчас я двух снял еще. Так, за машиной кого-то видел. Я пока никого не вижу. Убил. Ну что, давайте не продвигаться. Я вижу вдалеке одного, сейчас он станет. Стоп, все, готов. Там слева есть двое. Наверху. А, Юля загородила все. Они наверху все. Там или нет, там стрелочка. Убил. Три выстрела и снайперки. Тут где-то рядом чувак, наверху. Справа, он за, да? Стенкой, по-моему, он. Охренеть. Да, он где-то рядом. Вон он, бежит, голова упал. Упал. Так, у самолета, вертолета двое. Ой, я зачем-то в машину сел. А нет, я открыл дверь. Он за ящиком сидит справа. Слева, чувак, слава. Слева от тебя. Не вижу его. Там где-то за лестницей. Убил. Все, убрал я его, убрал. Еще один. Дима, не ходи далеко вперед, пожалуйста. Вернитесь немножечко всем. Ну что-то тут слишком много людей. Непонятно откуда могут. Бронежилета нет. Он такой вообще не валяшка. Да, именно не валяшка. Все. Сейчас по-любому еще будут суперсилы на самом деле. Слева. Вон один. Ой, появился. Меня подстрелили. Ой-ой-ой-ой. Не стреляйся лучше, если подстрелили. Он упал. Не вижу. Добили? Вижу голову. Одного снял. Еще один там где-то. Не понимаю только где, я в каких-то лесах запутался. Добил. Где-то тут еще один сидит. Впереди еще толпа целая нас ждет. Прям сумасшедшая толпа. Да. Юля, подожди, не ломись. Так, нужна снайперка. Ну я снял одного вдалеке. Потому что никого не вижу вроде. Вон убил еще одного. Было. Так, ну потихонечку пробираемся, аккуратно, за укрытиями лучше. Так, ну вроде никого нет. Ну это вроде никого нет. Я за ящик. Впереди еще один, наверху он, где он? Двое. Один упал, не убил его. Блин, еще раз упал. А мы все поместимся в вертолете? Все, убили. Да, он четырехместный с пулеметами, там все в пулеметах. Я на пулемет. Один наверху, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Голова торчит. Кто-то сверху стреляет, по-моему. Прячься, Да, наверху один есть. Он в меня вот стрелял, я успел. Нету наверху. Отлично. Так, все. Все вроде бы. Я готов. Все, прыгаем в вертолет. Так. Я на пулемет, Дима, я на пулемет. Штурвал. Ну ладно, я за штурвал. Садитесь за пулеметы. Там вертушки сбивать надо, так что сразу же этот. Там у пассажира тоже этот.
Пушка есть. У всех есть пушки, короче, все все взрывают. Я постараюсь не крутить, чтобы это направление было какое-то одно, и вы могли стрелять. Там внизу сейчас есть цель. Да и хрен на нее, мы просто улетаем. Нам вертолеты надо уничтожить. Больше нас ничего не интересует. У меня ничего не стреляет. А значит, только у тебя. Но кто-то там стреляет с основной пушки еще. Я не умею стрелять с основной пушки. Я не понимаю, какой вертолет ближе, кто-нибудь не скажет, правый, левый. Левый. Ладно, летим, кажется, на этот, короче, вот я этим бортом левый лечу, ближе, короче. На да. На который ты летишь. Слава, да. Можешь, да. Стреляйте сразу же, я останавливаюсь. Там просто убил пилота это... вроде. Просто там ракета, я от ракет так себе. Все, падает, падает. Вообще. Летим на второй. Я пилота снайперским выстрелом из вертушки убил. Постараюсь не крутить. Но только постараюсь, ничего не обещаю. Видно? Да. Все, я останавливаюсь тогда. Ну чё? Ну кого-то убил, не знаю. С другой кто стороны. Там рядом с нами самолет. И он... Стреляйте. А кто не стреляет? Да он сверху, да? Я его не могу по навестись. Ты бы так и сказал-то, господи. Да все, него нету. Еще один. Два вертолета. Вот, вижу, вижу. На правой. Да, все понял, останавливаюсь, останавливаюсь. Выше? Нормально. Поднимаюсь выше. Так, я пилота убил, по-моему, да, отлично. Ясно. Вон Голливуд пролетаем. Да, немножечко пролетаем. Если что, менты скажут, мы фильм снимаем. Ну, хорошо. Хорошая отмазка. Надписи бессмертные, да? Дима, там вертолет. Стой, 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 он внизу. Он тоже стреляет. Надо сделать так, чтобы мы были все точнее. Изи. Вот примерно тем же самым этот вертолет будет заниматься, когда кто-то полезет в лабораторию. Но тут да, будет один стрелок, и надо будет одним стрелком и вертолет, и все подряд сносить. Меня что-то косит. То ли влево, то ли вправо. Может, лыжу убрать. Потом зря патроны тратить. А у нас да, бесконечные это... патроны. Infinite ammo. А вон красный огонек, да, мне туда надо. В чем красный-то у тебя? Ну, дым. А, красный, ты имеешь в виду это, дым. Ну. Меня как-то косит, я что-то понять да, не могу. Да, да. То ли ветер, то ли чё, я не понимаю, короче. А это навык пилотирования, наверное, не прокачанным, потому да косит. Да ладно, у меня он больше, чем у вас всех прокачан. Да? Да, я специально в самом начале взял, потому что все остальное качается. Почему у тебя написано пауза? Потому что... Ну да, у тебя прокачан. Он в эскейп. Потому что Дима смотрит. Блин, куда я сажусь, ничего вообще не вижу. Он такой огромный, этот вертолет. Сейчас, подожди. Че? Болтает что-то. Так да, болтает, я согласен. Как я его туда посадить-то должен, по-вашему? Аккуратненько. Под дерево прям. Ну, примерно, да. Да чё меня в эту сторону-то косит? Кто там такой жирный-то перевешивает? Просто... Я справа сижу. Просто перевешивает меня. Так.
Ну, отлично, отлично. Припарковался. Отлично. В зачет, в общем, ладно. Так они еще не могли поменьше сделать площадку-то? Вообще там... Так неподготовленное все было. Блять. Что у тебя случилось? Да, уронил геймпад.